Я Дон Лариса Николаевна, учитель математики лицея номер 16, руководитель методического объединения учителей математики и информатики. Работаю в 8 и в 10 классах. Моя тема — самообразование. ИКТ как средство организации исследовательской деятельности учащихся при обучении математики. Педагогический стаж работы 23 года. Я Герасимова Большат-Ферасова. Работаю в лицее номер 16, учитель математики. Мой педагогический стаж 9 лет. В этом учебном году я работаю в 5 классах, 3 из которых работают по учебнику Веленкина, а один класс работает по учебнику Бунимович. Моя тема — самообразование. Активные методы обучения в условиях внедрения ФГОС. Меня зовут Наталья Валентина Владимировна. Я работаю учителем математики в лицее номер 16. В этом учебном году я работаю в 6, 10 и 11 классе. Мой стаж работы 26 лет. Моя тема — самообразование, организация теоретического опроса обучающихся на уроках математики. Я Шеврутина София Валентиновна, учитель математики высшей категории. Работаю в 9-х. 10 класса, классный руководитель 9 Б класса. Работаю по теме самообразования, формирования навыков самостоятельной работы на уроках математики. Фирсова Мария Владимировна, учитель математики лицея номер 16. 3 года подряд выпускала 9 класс. В этом году работаю в 26 и 27 классе. Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации. В составе школьного методического объединения учителей математики и информатики работает 7 учителей. Учителя математики – 5 человек. Учителя информатики – 2. Все учителя имеют высшее образование. 2 учителя имеют высшую квалификационную категорию. В текущем учебном году работа школьного методического объединения проводилась в соответствии с методической темой школы – системно-деятельностный подход в учебно-воспитательном процессе как основа повышения качества образования и методической темой школьного методического объединения – использование современных технологий в обучении математике и информатике для повышения качества образовательного и воспитательного процесса. Основная задача методического объединения – применение современных образовательных и здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе для повышения качества знаний учащихся, развитие мыслительной деятельности и подготовки к ГИА. В связи с этим были проведены заседания школьного методического объединения, на которых рассматривались следующие вопросы: анализ работы школьного методического объединения, разработка рабочих программ, планирование учебного материала на 2016-17 учебный год, вопросы преемственности в 5 и 10 классах, подготовка учащихся и учителей к ГИА, подготовка к школьным педсоветам, применение компьютерных технологий в процессе обучения, формирование ОУД на уроках математики и информатики, изучение различных линий ОМК, подготовка и проведение внеклассных мероприятий с целью формирования и развития. Работа учителей методического объединения была направлена на выполнение поставленных задач. Учителя принимали участие в работе педагогических советов школы. Учителя школьного методического объединения продолжают изучение теоретических основ современных образовательных технологий, внедряют в образовательный процесс современные педагогические технологии для обеспечения объективности и надежности оценки учебных достижений, активно внедряют тестовую методику оценки учебных достижений школьников, развивают другие методики оценки личностных достижений учащихся, обобщают опыт по проведению предметных мониторингов, совершенствуют профессиональное мастерство в работе с родительской общественностью, продолжают работу по совершенствованию вычислительных навыков учащихся, применяют в образовательном процессе личностно-ориентированные технологии, проводят работу с одаренными детьми.
участие учителей в методической работе. На базе нашего лицея был проведен городской семинар по теме «Создание условий для реализации профессионального стандарта учителя в условиях ФГОС». С докладом по данной теме выступала руководитель школьного методического объединения математики Дорн Лариса Николаевна. Все учителя математики нашего объединения дали открытые уроки и мероприятия. В 2016-2017 учебном году учителя большое внимание уделяли подготовке учащихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся были ознакомлены с правилами оформления бланков ЕГЭ. На уроках в системе применялись тестовые технологии, были организованы консультации, дополнительные занятия, индивидуальные занятия. Учителями оформлены стенды, содержащие информацию по ГИА, были организованы собеседования с родителями и учащимися 9 и 11 классов. Внеклассная работа по предметам. Учителя проводят внеклассную работу по математике и информатике. Были проведены школьные туры Всероссийской олимпиады по этим предметам, в которых приняли участие учащиеся 5-11 классов. Учащиеся получили грамоты призеров, победителей и участников школьной олимпиады по математике. Четверо учеников – Ишмуратова Алсу, Филимонов Данил, Миронова Виталина и Пичугина Софья – были участниками городского тура олимпиады по математике. Учащиеся 5-9 классов принимали участие во Всероссийской заочной олимпиаде «Олимпус», «Олимпис», «Кенгуру», «Юный предприниматель», среди которых были и победители. Команда 6, 8 и 9 класса участвовали в городском этапе конкурса во всех науках насильной и заняли первое место среди 6 классов, второе место среди 8 и 9 классов среди всех школ города по математике. Ученицы 8 класса Инякова Анна и Астраханова Татьяна дали мастер-класс для учеников 3 класса с темой «Некоторые приемы устного счета». Эти же ученицы заняли первое место в школьном этапе «Вместе в будущее», где выступали с проектом извлечения квадратного корня без калькулятора. Большую роль в этом учебном году отводилась внеурочной деятельности по математике. В 5-8 классах велась внеурочная деятельность «Математический клуб». В будущем учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках, так и через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. В рамках декады математики в апреле 5-11 классы выпустили листовки «Математические иллюзии». Были проведены ежедневные радиолинейки «Интересная математика». В 6 классах прошла игра «Математическая карусель». В 9-11 классах «Брей-рин». Для учащихся 8-11 классов был проведен конкурс «Самый умный математик школы». Победителем стала ученица 10 класса Пискунова Дарья. Также были проведены в рамках недели и другие математические мероприятия. Какие же задачи мы ставим для себя на новый учебный год? Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Активнее использовать информационно-коммуникативные технологии при проведении учебных занятий и при подготовке к экзаменам. Больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся, что будет способствовать формированию умения решать задачи и в конечном итоге повышению качества математического образования. Больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или новой для ученика ситуации, чаще использовать задачи практического содержания. Ну и, конечно, больше внимания уделять одаренным детям. Исследовали работу «Способы вычисления квадратного корня из многозначных чисел».
Мы заняли второе место. Нам очень понравилось заниматься данной исследовательской работой. Думаем, что на следующий год мы снова примем участие в исследовании. Я Билан Матвей, ученик 6 класса. Но в 5 классе я участвовал в математическом конкурсе «Кенгуру» и занял 3 место в области, но узнал об этом только сейчас. Мне очень понравилось, я в этом году собираюсь участвовать и пытаться занять более высокое место. Меня зовут Тока Ксения. Мне ученица 6 класса. В этом году я участвовала в олимпиаде по математике юных предпринимателей и заняла там 1 место. В этом учебном году у нас 6 класс участвовал в конкурсе всех группах населения. Этот конкурс включал в себя задания разных предметов, но мы будем математики среди всех школ и заняли 1 место. Этот конкурс развивает у нас математическое мышление. Еще нас очень сплотило. Также этот конкурс приносит только радостные и хорошие эмоции. Было трудно, мы очень справились. Конечно, были смешные ответы, может, весело 500 грамм, а было 500 грамм. Но мы, математики, лучше всех! Учащиеся 5 класса участвовали в международном дистанционном конкурсе по математике «Олимпис» и заняли призовые места. Я Герасим Дмитрий, учащийся 5 класса «Б». Мне первое место в конкурсе «Олимпис» получил медаль первой степени и медаль. Я Плющев Андрей, получил диплом первой степени и медаль из конкурса «Олимпис». Я Кузьма Саша, заявил второе место. Я Герасима Диана, заняла второе место в конкурсе «Олимпис». Я Герасима Чулдей, заняла третье место. Я Герасима Мария, заняла третье место в дистанционном конкурсе.